должна войти в историю. Поэтому говорим спасибо большое Роману Анатольевичу Царегородцеву. Он заснимет сегодня нашу игру на видео, чтобы в случае апелляции в связи с недовольством решением жюри вы могли убедиться, что жюри всегда правы. И, наконец, перевод сегодня невозможен без компьютера. Общаться с ним непросто, но у нас есть настоящий мастер этого дела. Это Евгений Александрович Ефремов. Только такому честному человеку, как ему, мы могли доверить обработку результатов конкурса. И сейчас мы просим команды подняться на сцену.